Здорово всем, с вами Кенники, и сегодня мы начинаем рейдить базу под ником Лори. Я ее уже рейдил, эту Лори, поэтому я на всякий случай с собой взял... Блин, психу. А, психа у меня лежит чоппер, фу, слава богу. Но сегодня у нас немножко не будет необычный рейд, мы попробуем оставить зараженный ящик у базы Лори. Если поставить на в своем доме, то все мы знаем, что прибегут куча зомби, сломают нашу всю базу, и мы получим вообще нифига, просто поломанный ящик, от которого мы не будем вообще в восторге. Но я хочу проверить именно этот фактор на рейде. У меня такой впервые. Не знаю, пишите ваши комментарии, были ли вы такое, было ли у вас такое или нет. Но у меня это в первый раз. Так. Ну давай. Поставлю, может, возле чоппера. Зомби будут бежать? Ну тут тоже разрастается, да? Ну что, пацики? Он ломается или нет? Не, я, если честно, не хочу рисковать. Но ради такого можно и рискнуть, чтобы все знали. Вроде нет. Но вроде стоит, на карте покажет, что стоит. Ладно, ворвемся. По-моему, где-то вот центр, где-то вот здесь должно быть. Где-то вот здесь должно быть у нас лут. Открывай, сова, медведь пришел. Ой, прям как в страйк. А я не пройду, да? Конечно же нет. Надо ломать все. Ладно, давайте я всех здесь подковыряю. Да, больше здесь ничего... не стоит, потому что именно все эти ящики дальше бить не будем, потому что это нам ни к чему. Ой, стенки. Но самый главный вопрос, мне здесь, конечно, не ради рейда, мне это главное, как будут вести на зомби на рейде, потому что я поставил зараженный ящик им, соседу, точнее, они. Этот ящик мы добьем. Вот. Ну что, пацики? Подождите. Не, вроде все чисто. Короче, ребят, все вроде как чисто, но пацаны как-то огрятся только на меня. Пацаны огрятся жестко на меня и не хотят реагировать на то, что я им говорю. Блин, не трожьте батю. Короче, вроде нифига. Давайте на труп поставим. Нет. Просто ничего. Вот тут. Ай-яй-яй, нет, не на чоппер сними, зачем ты поставил их. Нет, это просто чоппер просто берется в захват. Нифига. Нифига. Если мы сделаем вот так, помахаем, то тоже нифига никто не придет. Лады, пускай может стоит. Не, поставим все-таки. Хотя, может, нет, пускай стоит. Ай-яй-яй, не сюда, нет, вот сюда поставим. А пикап я не посмотрел? Пикап пустой. А, блин, я не этими топорами бил. Ну ладно, хрен с ним. Ну вроде опять никто не идет. Что-то я стримаюсь, блин. Ну ладно, будем зато знать. Здесь у нас за этими окнами ни хрена нету. Ой. Здесь что? Доски. Блоков вообще валом. Целая куча. Ладно, давайте я разобью всех. Убьем зомби. Пускай они все подбегут ко мне. Братаны. Тихо, давайте сюда посмотрим. Стоит? На зараженный никто не огрится. Сейчас мы их добьем по-быстрому. Ну вот и все, в принципе. Короче, пацки не агрятся. Они просто умирают возле своего же ящика. Поэтому можно смело его ставить вот сюда. И везти обратно домой. Ладно, ну конечно же мы посмотрим, что у нас здесь на рейде. Так, здесь я смотрел, да? Вроде все ящики вскрыл. А вот батареечки заберем. Мобилку можно забрать. Вода мне не надо, пружина не надо. О, сталь. Металл, конечно же, преимущество. Очень большое дает нам, абсолютно. Колеса, ладно, спасибо, забери себе.
О, ну тут можно забрать дубы и можно забрать ресы. Что больше еще такого? О, карточки. О, угли, семена. Тут, короче, целый проклятый богач я буду, да, получается? Так, я тут не бью. Вот так. Кожа. 2, 4, 6, 8, 10. Да, рейд был точно такой же и у меня. Бенз. Бенз заберем, конечно. И вот это давай просто солью, и я поставлю. Тут, конечно, было бы здорово умереть и прийти за ним еще разок. Что, конечно же, мы это и сделаем. Так, это застакаем, бензин зальем. Дубы. Хорошо, что рейд без C4, потому что C4 достаточно у меня проблематично. Не знаю, наверное, сейчас нам сделали такой вариант, что именно тяжело будет достать психу. Не знаю, это у меня-то. Посмотрим, что нас ждет дальше. Хорошо. Так, здесь что есть, чего нет. Тут топоры забираем, это забираем обратно. Можно, конечно, вискариком очкануть. Ой. Пописываю на рейде. А почему я не могу пописать на рейде? Пописываю на рейде. Давай это дело замочим. Хорошо, и еще вообще просто супер. Ты еще и чуть-чуть подваниваешь, братан. Так, подобьем кассу. Что у нас тут? Ну, блин, ну не знаю, пружина мне не надо, мне их этих пружин валом. Так, здесь тоже как бы не айс, здесь тоже не фонтанчик. Тут что, дерево? Ну ладно, возьмем дерево, чтобы не ходить на мотор. А, коля сейчас же отменили, поэтому... Ладно, сейчас посмотрим, можно умереть. Карточки. Карточки, конечно же, вот эти вещи можно забрать. А, вот эту возьму. А, что тут вместо дерева? Кожу возьмем. Она тоже нужна. Ну и, конечно, захотелось бы нам умереть. Умирать будем мы каким образом? Вот таким. Ломаем дверь. Умираем от пацана какого-нибудь одного. Пацаки, все не по плану. Я не так хотел умирать. Ладно, придется раскошелиться. Кто-то должен один умереть. Братва, братва, погодьте, погодьте. Ладно, сейчас одного доковыряем. Эй, можно с кулака его чуть-чуть подковырять. Вот так. Умираем. Да, продолжаем бить нашего Лори. Братан бежит. Пум. Как мы уже убедились, то что наш план не работает с зараженным ящиком. Поэтому продолжаем мы забирать все то, что принадлежит якобы нам. Ну как якобы. Я считаю, что это мое. Что нашел, то мое. Окей, продолжаем. Я здесь чуть оделся, приоделся малька. Сиху скинул чоппер свой. Чуть-чуть надо подполнить. Подполнить своими углями. Очень хороший рейдик насчет углей, металла, кожи, карточки. Кожу я вообще-то лучше возьму, люблю. И, конечно же, давайте заберем все, что остальное. Там дальше ломать смысла нету. Вообще никакого смысла, потому что там нифига нету. Ни фигуточки. Там дальше где-то чоппер стоит, знаю точно. Там станки, блин, промазал. Собираем вот эту кожу, она мне, ну, как-то, я люблю больше кожу, не знаю. У кого что горит, как бы так. Возьмем семена, возьмем дерево, свои древесный уголь, свой древесный уголь мы оставляем. Больше, наверное, тут нифига нету. Да, дубы, дерево. Да, это тоже. Это тоже. И это тоже. И это тоже. Ну, вот, в принципе, такой вот небольшой рейдик получился у нас. Еще раз давайте попробуем, да? Я сейчас еще раз сниму. Чин поставлю. Вообще ничего не происходит, абсолютно. Он даже не пробивной.
Ну, будем знать, что с ним ничего не происходит. Вот такой, ребят, рейд получился у нас с нашим ником на рейде. Кому понравился данный видосик, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на канал, потому что именно это точно продвигает все ваши требования. Вот такой рейд небольшой получился. То есть мы ресурсы подфармили небольшие. Ну, это тоже хорошо. Короче, братан Лори, спасибо, до свидания. Вот такой, ребят, рейд. Всем пока, спасибо за просмотр. Чао, какао, с вами был Кенни, как всегда, до новых рейдосов.